Ну что у нас там сегодня? Привет всем! Вы на канале. Ой, какая Каролина грозная! Привет всем! Вы на канале Каролина Баролина. Каролина, помаши, скажи привет! Жень, тебе банан везде. Да. Вот. И у нас сегодня в гостях. Кто у нас сегодня в гостях? У нас сегодня гость Женя Филиппов. У него свой канал Джинбинь ТВ. Это старший братик Каролинки, да. Че ты его тыкаешь, Каролина? Его зовут Женя. Скажи всем привет. Мне нравится. Да, Каролина, не нравится. Жень, помаши. Скажи привет. Каролина машет. И что у нас сегодня? Давайте начнем. У нас сегодня... Я вам обязательно помогу. Хорошо. Женя у нас будет сегодня помощник и гость на нашем канале. На нашей передаче. Так, мы сегодня открываем вот такую вот еще одну куклу. Лала Лупси. Такая она классная. А пока она подает на мой банан. Да, Женя пока будет кормить Каролину бананом, я покажу вот эту куклу. Она называется Peanut Big Top. Ну, наверное, переводится арахис большая крышка или арахис большой верх, не знаю, большой верх. Мама, нас вставает. Вот, и она такая веселая, мама, так много веселого. Она встает? Каролина, ты куда встаешь? Мы сейчас будем открывать. Тут, посмотрите, много всего интересного про нее написано, из чего она была сшита. Она студентка, она дрессирует слонов. О, слонов! Смотри! Слон у нее! Она дрессирует вот такого слоника. Ну-ка, давайте посмотрим на него и на нашу куклу. Открываем. Я вам могу. Так, я никогда не знаю, как открывать их правильно. Точно, тут есть такая вот штучка, которую так поднимаешь. И все должно быть намного проще. Вот. А что дальше, я не знаю. Опа! Достаем картонку, выбрасываем. Тут внутри у нас опять все завязано. Она подает на мой банан. Ой, так ярко стало. Так, что там дальше? Открывай. Ну пусть она ест банан. Спасибо, что делишься, Женя. А надо много кусков. Да. Делиться так хорошо, она потом с тобой поделится. Так, опять она везде привязана. Что у нас там? О, какие кудряшки, Каролина! Мы добавим эту куклу в нашу коллекцию таких вот лалалупси, тоже с кудрами резиновыми. Мы их так любим, да, Каролина, Жень? Каролина же любит своих кукол? Да. Женя любит теперь тоже, он решил присоединиться к нам. О, вот она! Ну-ка, посмотри! Ну что, скажешь, красивая. Каролина ничего не скажет, но... Слоника достать. Она может ее... Посмотреть на нее, она может кудряшки. А я покажу всем поближе. Посмотрите, какая кукла. Привет всем! Меня зовут маленький орешек. Арахис большая крышечка. Или большой верх. Я не знаю на самом деле. Но я... Но у меня какие волосы? Какого цвета, Женечка? Он хочет, наверное, сказать фиолетовый, правильно. Это Женин самый любимый цвет. Ты же знаешь об этом, правильно? Все знают, это всем известно, что Женя Джинбин очень любит фиолетовый цвет. Вишенки, красивые волосы. Пощупай. А мы с Каролиной пока, перед тем, как она будет ходить, посмотрим на слоника. И расческа. У нее есть дружок. Конечно же, это слон. Так, и еще у нее есть гребешочек, расчесывает ее кудряшки. Вот и все, это убираем. Ну-ка, что у нас? Какой слоник! У нас вот такой слоник. Это ее дружочек, у каждого лупси должен быть дружочек. А у нее вот такой слон.
тогда Карен, не поиграй. Но ты тоже слона делаешь. Карен тоже умеет слона делать. У меня рыба будет. Хорошо. Ты покажи пока свою любимую игрушку всем. Какая у Жени любимая игрушка? Рой. А у Жени рой, робокар Поли. Да. Это твоя любимая игрушка? Да. Твоя самая любимая. Ну что, Каролина, покажи. Какая классная кукла. Да, у нее снимается платье. Давай снимем платье. Каролина, давай снимем платье. Она будет голенькая. Ну, в трусиках. Давай посмотрим. Смотрите, она снимается. По-моему. Так, она на липучке. Вот так вот. Мы можем снять. Посмотрите. И теперь она... Может купаться. Она может купаться, она может спать. Смотри. Мы спим голой. А давай снимем у нее ботиночки. Они снимаются? Туфельки снимаются, Каролина? Вот какое платье. А потом можно на разные наряды одевать. Мы же можем надеть на нее другой наряд. У нас же разные такие куколки. Вот такая. Ой, как у нее ноги. Как вы так ноги сделали? Ну-ка, снимаем ботиночки. Опа! Сняли. Это носки. Сняли, а у нее там такие оранжевые носки. Да. Вот она вот такая. Красивая. А вот ее друг. А у него есть имя, интересно? Мама, смотри, что ротик. Не знаю, но она работает в цирке. Дрессирует слонов. Что там? Ой, Жень, что ты творишь? Жень, новое изобретение. У меня новое. Не знаю, что это, но это какое-то новое изобретение. Ну что, давайте оденем обратно или мы оставим такой? Давай хотя бы ботинки оденем обратно. Да, я вам, конечно, подам. Кто будет одевать? Я одену? Я одену. Каролина, Каролина, ботинки, смотри, смотри. Я одену ботинки. Смотри, смотри. Я ботинки. А это расчесывать можно Каролину. Ну-ка, расчесывай. Расчеши ей волосики. Расчеши, пусть она расчесывает. Одеваем пока волосочки. А Каролина будет ее расчесывать. Одевай. Ой, Каролина, смотри. Мы одели обратно ботинки. Теперь она у нас обутая. Спасибо, Женя. Вот и все, пойдем дальше играть с нашей куклой. И с Рой. Скажи всем пока. Пока-пока, люблю, пока-пока, люблю, пока-пока, люблю, пока-пока. Подписывайся на Катерину ПТВ, пока-пока. И Каролина скажет вам пока. Подписывайтесь на канал Каролина Баралина. Пока всем. Пойдем играть с лалупсей. Скажи пока. 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 Помаши, скажи пока. Как ты говоришь? Бай.